Приветствую всех! Сегодня готовим куриные драники. Блюдо на каждый день готовится легко, просто. Получается очень сытно и вкусно. Для этих драников нам потребуется одна большая или две средних луковицы. Нарежем их так, чтобы они у нас поместились в мясорубку. И прокручиваем луковицы через мясорубку. Затем берем два куриных филе. Ну, в общем, весом где-то грамм 500-600. Тоже нарезаем их такими частями, чтобы они у нас влезли через мясорубку. Так скажем, выпендриваться мы не будем, натирать все на крупной терке и прочее. Потому что, я еще раз повторяю, это быстрое блюдо на каждый день. Когда нужно после работы приложить минимум усилий, а накормить всех по максимуму. Итак, курицу также пропускаем через мясорубку. А теперь в ход идут две моркови. И морковь пропускаем на мясорубке. И самое главное, это картофель. Делаем все то же самое с ним. Теперь поперчили, посолили. И добавили пару яиц. И все хорошо перемешали. А теперь пошли выпекать наши драники на сковороде. Итак, налили маслица в сковородку. И выкладываем наши драники. Жарим их по 5 минут с каждой стороны. Переворачиваем. И жарим еще 5 минут. Вот такие вот яркие солнечные драники получились. Нужно их попробовать. Конечно, пробуем со сметанкой. Намазали. Отломили. Вкусно, много, сытно и быстро. Ставим лайки, не забываем подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. Всем приятного аппетита и до новых встреч!